Вы в какой-то период одномоментно потеряли практически 6 миллиардов долларов. 5,8, если точнее. Я не сомневаюсь, что вы считали, да. Государство забрало у вас эти деньги. Да. Но вот скажите, это что... Это не деньги, а активы. Активы. Ваше состояние. Что чувствует человек, который теряет почти 6 миллиардов долларов, остается практически ни с чем? Вот с ума можно сойти или нет? Вот тут мы подойдем к принципу. У меня всю жизнь был принцип такой. Что бы со мной в этом мире ни произошло, виноват я сам. Кто вас этому научил? Не знаю, с детства. Я с детства очень много охотился один. Я любил один охотиться. И всегда я знал, что бы со мной ни произошло, поранил ли я ногу, сделал ли случайный выстрел, промазал ли в дичь, там, устал ли, промок ли, провалился ли я под лед. Везде я виноват был сам. Соответственно, отсюда я выработал себе правило, что бы со мной ни произошло, виноват я сам. Соответственно, смотрите, какая важная вещь это у меня с детства идет, что когда вы вините кого-то, правительство, президента и так далее, у вас нет стимула меняться самому. Потому что зачем мне меняться, если виноват правительство виноват? Зачем мне меняться, если виноват президент? Зачем мне меняться, если виноват вот этот человек? Пусть он меняется, пусть они меняются. А когда вы говорите «виноват я сам», ты сидишь и думаешь, блин, что мне такое сделать, чтобы в следующий раз это со мной не произошло? И ты начинаешь анализировать, почему это произошло, и начинаешь писать правила, что делать так, чтобы в следующий раз это со мной не случилось. Это неизбежно, вы приходите. Поэтому вот этот принцип, что бы с вами в этом мире не произошло, ответственность несете вы – это один из краеугольных принципов моей жизни.